Всем огромный привет! Меня зовут Яна, я рада видеть вас на своем канале, я рада приветствовать вас в новом макияжном видео. Сегодня, наконец-то, мы с вами будем тестировать косметику, смотреть, как она наносится, как она держится. Эта косметика, в основном всю ее вы видели в моем видео про покупки из Милы. Я вам обещала такой макияж, косметика, которую легко купить, пойти в ближайший магазин возле дома с бытовой химией, косметикой и так далее, и купить себе все лицо, так скажем, продуктов для макияжа, все лицо именно в этом магазине. Поэтому я надеюсь, что сегодня видео будет полезным и интересным для вас. Если какой-то пробел в вашей косметичке есть, вы сможете его заполнить. Мы найдем с вами классные и очень бюджетные продукты, потому что наши магазины Мила такие бюджетные магазины возле дома, где можно, в принципе, за очень маленький бюджет купить какое-то средство как для макияжа, ухода, так и вообще для дома и так далее. Если вы живете не в Беларуси, то подобные магазины у вас есть. Единственное, что они называются не Мила. Я думаю, вы сами знаете, какие такие магазины есть у вас поблизости, где вы можете купить самое необходимое и для макияжа в том числе. Ну что, я хочу уже приступать к макияжу, чтобы не затягивать. Напомню вам, что мне было бы очень приятно и очень полезно для моего канала, если бы вы на него подписались. Ну а если вы подписаны, пожалуйста, нажмите колокольчик, поддержите это видео лайком и жду вас в комментариях, какие продукты из Милы вот вы в последнее время видели из новинок, либо вы хотели, чтобы я их купила и протестировала. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я готовлюсь к следующему обзору покупок из Милы. Мне будет очень интересно купить что-нибудь по вашему рекомендациям. Все, давайте будем приступать. У нас с вами будет не совсем первое впечатление. Часть косметики я успела протестировать, чтобы, особенно средства для лица, чтобы с вами поделиться уже впечатлениями. Но начать я хочу с бальзама. У меня дико сохнут губы, поэтому начинаем мы сегодня с вами с бальзама от бренда Divage. Этот бренд, он как-то у нас был в Миле долгое время, давно. Потом он как-то почти ушел. Потом сейчас от него появилась куча различных продуктов в Миле. Но на маркетплейсах вот этого бренда можете найти больше продуктов. Мы начинаем с вами с губ, поэтому у меня вот такой вот балм, это бальзам для губ с ароматом арбуза. Я его тестировала, вроде бы неплохой, сказать, что это что-то феноменальное, нет. У меня с ароматом арбуза, и это аромат жвачки Дирол с арбузом, вот просто один в один. Он сам такой светло, немножко розовый, поэтому немножечко цвета есть, но что мне не очень нравится, то что в нем как будто какие-то частички внутри, как будто это бальзам с сахаром. Сказать, что это бальзам, который восстановит ваши губы, нет. Это больше такой бальзам, чтобы спасти губы вот здесь сейчас за недорого, либо бросить с собой в сумочку. Давайте будем продолжать макияж, а потом я скажу свои впечатления. Праймера у нас нету, но сразу приступаем к тональному средству. Тоже достаточно такой новый бренд у нас в магазинах Мила. Это бренд Stellary. Этот бренд, он в принципе не так давно стал появляться в свободной продаже в каких-то сетях онлайн. Раньше, насколько я знаю, продавался только в одной сети и только офлайн. Купила, у нас сегодня будет несколько продуктов этого бренда, и первый продукт — это их Nude Skin Foundation. Его я носила, у меня оттенок 02 карамельно-бежевый, здесь 35 мл, и я бы вам его рекомендовала покупать, когда он в Миле на скидке. Без скидки он дороговато стоит, тогда посмотрите где-нибудь на маркетплейсах, если вам понравится, как он выглядит. Он такой вот в форме, я обычно такие тональности стараюсь хорошо взбалтывать, вообще в принципе их нужно взбалтывать, особенно если у вас не один, не два, не три, и вы не пользуетесь ими каким-то определенным средством каждый день. Я его уже носила. Первое, что хочу сказать, что кажется, когда вот средство в такой вот упаковке, что оно будет очень жидкое, но оно и не прям такое плотное, но не такое жидкое, как хотелось бы. Что мне в нем не понравилось? Во-первых, второй оттенок все равно все еще достаточно светлый. У меня, видите, разница между моим телом и лицом в оттенке, потому что я не загораю лицом. И еще момент, я немножко могу блестеть, по крайней мере, моя кожа, пока я не нанесу тональное средство, потому что у меня на лице последним слоем нанесен SPF, потому что в этом тональном средстве SPF вообще нет. Ну, как бы у нас еще есть активное такое солнце, поэтому я все еще ношу SPF. Смотрите, я вот одну уже порцию почти нанесла, а результата никакого нету. Сравнительно никакого, конечно. Для кого-то это уже покрытие, для меня это почти покрытия нету. То есть это тональное средство с очень легким перекрытием. Имейте это в виду. То есть если вам нужно какое-то такое более плотное тональное средство с каким-то таким хорошим, хотя бы средним перекрытием, то оно точно не для вас.
потому что оно с легким перекрытием, и чтобы добиться хотя бы какого-то более-менее легкого покрытия, здесь тоже надо наслаивать. Во-вторых, оно окисляется. Не то чтобы прям сильно, но имейте в виду, что оно еще где-то на полтона окислится, поэтому я там сказала, что оно светлое, но потом такой сильной дикой разницы между белым лицом и моим таким более-менее загорелым телом вы не заметите, потому что оно сейчас подокислится. В-третьих, его надо много. Вот я уже третий раз набираю, и я не уверена, что мне этого будет достаточно. У меня еще даже лоб не затонирован, и тут как бы вторая половина лица и нос тоже как бы еще требует тонирования. То есть у этого средства лично для меня, для того, что мне нужно в макияже лица, очень много минус. Ну вот, как я и сказала, не хватило мне третий помп, еще четвертую набираю, четвертую порцию. То есть, ну, расход у него просто нереальный будет. А если вам еще нужно поплотнее покрытие, ну, он очень быстро закончится, у него очень мало пигмента. Он, в принципе, хорошо наносится, то есть он нигде не полосит, он, в принципе, будет таким влажноватым по финишу, пока вы его не припудрите, ну, если вы припудриваете тональное средство. Если же вы его не припудриваете, то имейте в виду, что даже если у вас кожа сухая, вы будете блестеть, потому что он вообще такой сам по себе сырой, я бы сказала, по финишу, даже не влажный, а сырой. Я лично это не люблю, и я буду его припудривать, естественно. Но имейте в виду, я даже думаю, что сейчас уже заметно, что он окисливается, у меня уже вот на лице он окислился, и у меня само лицо, то есть оттенок лица у меня светлее, чем оттенок кожи, но вот я уже вижу, что в принципе сейчас все подровнялось. Мне все еще не нравится покрытие, я бы еще его наслаивала, но правда я уже устала, потому что, ну, правда, это наносредство, которое требует очень большого количества наслоений, и мне в нем это не нравится. Но в то же время я не говорю, что это плохое наносредство, я говорю, что просто если вы привыкли к какому-то более, либо нуждаетесь в более плотном покрытии, то будете, конечно, его наслаивать очень долго. Возьмите, если вам нужно такое среднее, хорошее покрытие, возьмите Blur Design, New Skin, и вы будете счастливы, и вообще таких проблем у вас не возникнет. Давайте дальше перейдем к консилеру. Я консилер нанесу сегодня немножко больше, чтобы перекрыть, где вот у меня недостаточно как бы покрытия. Консилер у нас с вами тоже очень бюджетный, ну как очень бюджетный, вот это вот тональное средство, оно не очень бюджетное, берите его на скидках, если оно вам понравилось и вы в таком нуждаетесь. А вот консилер очень реально бюджетный, это польский бренд Belle, у этого бренда всегда хорошие такие большие стенды у нас в мире, и это их такая сравнительно новая линейка, по-моему, в Польше она в прошлом году вышла, к нам только в этом приехала, это линейка Vege, и это у нас Moist Concealer, то есть увлажняющий консилер с экстрактом папайи и маслом авокадо. Давайте попробуем. Я тут сейчас попробовала сухой кисточкой, кое-где проверила тональное средство. Имейте в виду, оно вообще не фиксируется, поэтому я думаю, что девушкам даже с сухой кожей нужно будет его фиксировать. Тональное средство и консилер я уже носила, поэтому у меня здесь есть свои, так скажем, уже заметки по поводу его. Консилер здесь хорошим таким, я бы сказала, средним перекрытием. Он очень хорошо, как видите, тянется. И он действительно увлажняющий. То есть он очень хорошо подойдет тем, у кого возрастная кожа, у кого есть какие-то нюансы, и тем не менее, например, сухие участки кожи под глазами, он очень комфортно носится. Смотрите, у него хорошее перекрытие, то есть, смотрите, у меня тональное средство сделало в разы меньше, дало в разы меньше покрытия, нежели мне это делает консилер. Конечно, так и должно быть, консилер, в принципе, должен быть более кроющим, чем тональное средство, но здесь именно в сравнении с тональным средством он намного, намного, к счастью, более кроющий, чем тональное средство. Смотрите, насколько он очень классно перекрывает, освежает. Он не сухой, не матовый, поэтому кожа выглядит очень такой красивой, напитанной, то есть такой еще немножко как будто подсвеченная какая-то такая. То есть очень комфортный консилер, мне очень нравится. Если вы в поиске чего-то такого, то, по-моему, я купила свой на скидке за 6 рублей, поэтому я точно рекомендую. Я закончила с консилером, посмотрите, насколько свежее смотрится взгляд, совершенно не перегружено. Это не плотное покрытие, я бы сказала, что это от легкого к среднему, ближе, конечно же, к среднему, но он легко наслаивается, он очень приятный. Вообще консилер вот за копейки, мне он очень понравился, я его носила, и мне действительно понравился, я бы его положила в свою ежедневную косметичку. А дальше логичнее, ну, по моим планам была пудра, но я была недавно в Миле и заметила, что это вот линейка от Stellary. Все еще Stellary у нас бренд. Rose Naked все еще продается, поэтому давайте сегодня добавим. Вообще, эти румяна,
уезжала, была в поездке, я их брала с собой. Каждый раз, когда я делала макияж, а там я, к счастью, делала макияж почти ежедневно, я наносила эти румяна. Я в них влюбилась, мне они очень понравились, хотя, когда я, по-моему, делала первый обзор, я покритиковала вообще, конечно, эти румяна, покритиковала то, что нету никакой информации на упаковке, то, что они сделаны в Китае, что, мне кажется, такую форму можно делать как-то у нас, что это дороговато для бюджетного бренда. Но по итогу, в общем, я ими пользовалась. Мне очень понравился оттенок. Оттенок у меня 02. Он очень такой классный, освежающий, не слишком холодный, не слишком такой, какой, знаете, бывает иногда розовый, который уже такой чересчур розовый, тебе уже хочется чего-то, чересчур холодно-розовый, а здесь такой вот какой-то носибельный, розовый, очень классно освежающий оттенок. То есть мне они очень нравятся, их можно так потушевать, и они не будут таким, знаете, сильно розовыми щеками у вас выглядеть. То есть эти румяна реально очень хорошо нанести, вернее, эти румяна очень легко нанести, вы знаете, в меру. То есть не переборщить, но если будете наносить, то есть я сейчас наношу тональное средство, выглядит все действительно очень хорошо. Если будете наносить на без тонального средства, то есть сразу на лицо, на щеки, да, без тонального средства, они не так заметны, поэтому я бы их рекомендовала использовать с тональным средством. Но так они стойкие, классные, мне все нравится. Давайте припудриваться, потому что у меня очень такое влажное, жирное лицо. Я не люблю на себе это ощущение, потому что у меня жирная кожа. И у меня две пудры. Одна тоже от Stella, и вторая от бренда Eveline. Вот эту вот пудру мы с вами тестировали в большом обзоре на бренд Eveline. Эта пудра, она, я бы сказала так, это обычная пудра, такая бархатистая, она, напомню, называется бархатистая пудра. Она неплоха, но я бы сказала так, что эта пудра подойдет тем, у кого, в принципе, нормальная кожа, то есть не жирная, не сухая, нормальная кожа, просто чтобы закрепить макияж. Если у вас кожа жирнится, вам этого будет мало. Если вам нужны какие-то спецэффекты, то есть, например, там как-то помочь с порами, то вам ее будет мало, поэтому не буду я сегодня ее носить. Давайте с вами вот эту вот от Stellary. Ее мы с вами в каком-то видео, мне кажется, в прошлом году, может быть, даже в позапрошлом тестировали. Это Loose Powder. Это пудра такая беленькая. У меня с этой пудрой такие неоднозначные впечатления. Получается, я сегодня буду ее в третий раз, потому что один раз я вот эту косметику почти всю протестировала до видео самостоятельно, посмотрела, как носятся продукты для лица, как они между собой работают. Мне эта пудра нравится тем, что она хорошо работает с текстурой кожи. То есть я не могу сказать, что это пудра, которая, конечно, там полностью сгладит вашу текстуру кожи. Она такая вот белая, прозрачная, смотрите, вот такая, достаточно мелкого помола. Но сказать, что эта пудра как-то там просто, вот знаете, легла белой мукой, это вообще нет. Она, конечно, если вот тональное средство, как здесь, влажная, она может подзалипнуть, но здесь как бы вопросы мне хочется задать больше к тональному средству, потому что оно прям, как я уже сказала, оно не влажное, оно прям такое сырое по ощущениям, и мне с моей жирной кожей бы надо хорошо припудривать, и вот эта пудра мне тем понравилась, что я носила тональное средство почти целый день, и мне понравилось, как оно выглядело в течение дня, то есть какого-то такого сильно дикого жирного блеска там через пару часов не произошло, то есть пудра реально очень хорошо работает с жирной кожей. Но я все-таки от нее вижу некое выбеливание, это минус. И второе, в этой пудре всего лишь 3 грамма, чтобы вы понимали. И эта пудра не самая дешевая, то есть получается, если, например, сравнивать с какой-то пудрой, условной, Рианной, да, пудрой от Рианы, от Лоре Мерсье, где, например, там от Паэзе пудрой, да, давайте сравнивать, где там, например, 20 грамм, 30 грамм, и то есть в пересчете на граммы эта пудра выходит как такая дорогая, может быть, не люксовая, но такая пудра премиум сегмента. А мы как бы говорим с вами про бренд Stellary, который как бы должен выпускать бюджетную косметику. Поэтому если вы используете много пудры и вы понимаете, что вы не можете покупать, то есть если вам нужно много пудры, в принципе, вы ее часто используете и понимаете, что вам вы не можете покупать там пудру каждое
может быть, 2 месяца, потому что, ну, 3 грамма пудры, не знаю, я могу как бы за месяц на себе использовать. Тут тоже, конечно, смотря, кто сколько пудры использует и кто сколько раз красит в течение дня. Так вот, если вы понимаете, что вы не можете покупать там раз в месяц пудру такой стоимости, она тоже как бы не самая бюджетная, то ищите что-нибудь другое. И еще она очень такая, видите, пыльная пудра на самом деле. Я тут стараюсь возле носа больше ее нанести, потому что у меня... проблемное место такое, да, вот возле носа. У нас все еще так немножко жарковато, поэтому мне нужно припудриться хорошо. Но с другой стороны, она очень классно выглаживает. То есть это не стопроцентное выглаживание, но эффект, который она дает, действительно очень хороший. Я тут пытаюсь какие-то последние штрихи уже доделать. И давайте будем переходить к бровям. Для бровей у нас сегодня с вами карандаш не новый. Просто хочу сказать, что мой любимейший карандаш вообще в любой сети магазинов, где продается L'Oreal, это их... Я вас в этом году с ним познакомилась. Это их Skinny Definer Brow Artist. У меня очень классный такой холодный оттенок для таких шатенистых волос. Он называется Dark Brunette, но мне кажется, он к моему цвету подходит просто идеально. Это просто мой любимейший карандаш. Давайте я брови сделаю, по крайней мере, карандашом за кадром, а уже гель мы с вами вместе обсудим, протестируем. За что я люблю этот карандаш? Это то, что у него идеальная формула. Он не слишком сухой, такой, что, знаете, когда ты рисуешь, а как бы вроде стрижков нету, ты нажимаешь сильнее, карандаш ломается. То есть он достаточно такой, достаточно кремовый, если можно сказать про карандаш, он достаточно такой влажный и достаточно сухой, то есть его формула просто идеальная. Он очень легко рисует, его не так сложно вычесать, цвет просто, он какой-то такой настолько натуральный, настолько какой-то такой естественный, я просто обожаю, поэтому если вы в поиске хорошего карандаша для бровей, L'Oreal Skinny Definer, в мире он есть, побольше оттенков, то есть там сможете протестировать, подобрать свой, если ваши волосы ваши светлее, темнее, чем мои. Гель. Гель у нас будет от Vivienne Sabot, вот такой. Вот это гель из линейки, цирковой линейки. Я из линейки вообще не пробовала ничего, но вот на этот гель были хорошие отзывы. Я была у нас в Миле, смотрю, что эта линейка все еще продается, и купила этот гель. Я когда увидела, что здесь 9 мл, я была просто в шоке, это очень редко для геля для бровей. И я его уже тестировала, это такой гель с очень маленькой, и я люблю такую щеточку, она для меня очень удобная, она для меня просто великолепная. И это достаточно хороший крепящий гель. Я не могу сказать, что он прям максимально будет ваши волоски держать, но если вы хотите такой сильной фиксации, то я бы просто рекомендовала пройтись им 2 раза, то есть вот нанесли 1 раз, дали подсохнуть, а лучше даже высохнуть, и пройти сразу же 2-м разом, но им очень легко именно разложить волоски. Я, в принципе, так и сделала, я прошлась 2 раза, но первый раз, когда я его наносила, его тестировала, я 1 раз закрепляла, он хорошо держал. То есть имейте в виду, что я, когда говорю, что 2 раза, это не значит, что с первого раза почти ничего не будет. То есть я вот 2-й раз сейчас проходилась, и я чувствовала, что они уже как бы приклеились к коже. Но если вы прям, как вот у меня, вот волосы сейчас будут падать на лицо, и, соответственно, будут вот здесь у меня немножко опадать бровинки. Давайте я даже немножко подрисую эту бровь, потому что немножечко вычесала кисточку. Хоть эта коллекция цирковая, это как бы лимитка у Vivienne Sabot, но купить лимитки Vivienne Sabot через год вообще не проблема. Даже еще этой коллекции же не исполнился год. Я вижу эти гели там практически на маркетплейсах, в каких-то магазинах, поэтому если вы нуждаетесь, то купить вообще легко. Он классный. Да, вот мы, конечно, в конце скажем, я скажу все свои выводы, но я его носила, мне он понравился, много миллилитров, бюджетный, классный гель для бровей. Так, пудру мы пока отложим в бок, я думаю, что в конце, возможно, нам нужно будет припудриться. Давайте переходите в глаза. Я сегодня пойду по делам, поэтому мы сегодня с вами будем делать легкий такой нюдовый макияж. И мне кажется, что, в принципе, большинство девушек, которые делают макияж, это все-таки, если они делают их с помощью теней, то это либо какие-то такие нюдовые оттенки жидких теней, либо если это тени для в сухом формате, то это все-таки нюдовые палетки. Если меня кто-то спросит любимую палетку вообще в принципе для макияжа глаз, то моя любимая — это Velour Design Nude. Она вот сейчас в новом таком немножко обновленном виде. Для меня это просто идеальная гамма. Я обожаю эту палетку. Это моя 2-я, первая, которая из первой партии у меня тоже есть. Но я думаю, что нам с вами будет не очень интересно. Давайте с вами поговорим вот про эту палетку. Она очень мне схожа с палеткой от Velour Design. Здесь она уже идет зеркалом. И здесь немножко посветлее будут оттенки.
И это уже бренд, такой новый, я бы сказала, на нашем белорусском рынке. Это бренд Trees. Больше появляется в последнее время, пока вот у меня не было, появилось как-то намного больше у них продуктов в их линейке, в продаже. Я планирую их купить и тоже с вами вместе протестировать. Давайте сегодня сделаем макияж с этой палеткой. Я, как уже сказала, буду делать легкий макияж. Мне сегодня еще по общественному транспорту путешествовать. Оттенки здесь без названий, здесь 9 оттенков, из них у нас, я бы сказала, это скорее всего такой даже дуохромчик, да, он из такого темно какого-то фиолетового ой, это красиво, я хочу все, я хочу этот оттенок. Он из такого фиолетового серого переливает такой вот розовый, красивый. Слушайте, красивый оттенок, и он такой холодноватый. Здесь есть еще такой, я бы сказала, послабее, прям в центре такой вот светлого такого какого-то золотистого оттенка и такого старого золота. Но я уже приглядела этот, поэтому, наверное, я сказала бы, что если они сделаны по логике, то есть какая-то логика есть в рядах. Я думаю, что будем использовать с вами нижний ряд. Оттенки все идут без названия. Я беру холодный коричневый оттенок, по крайней мере, в палетке он будет холодным, и буду краситься в саму палетку. Я вообще, как вы знаете, люблю такие нюдовые палетки, люблю, когда они недорогие, люблю, когда в них есть какие-то, скажем так, оттенки с какими-то спецэффектами, то есть иметь такие вот стандартные оттенки коричневые хорошо, но иногда хочется чего-то потемнее, к чего-то, например, зеленого, фиолетового. Здесь такая очень спокойная гамма, но вот этот первый металлик, который я попробовала, мне очень понравился. Ну вот здесь, смотрите, в принципе, неплохой матовый оттенок, такой вот коричневый, растушевочный, как мне кажется, в принципе, хороший. Мне очень нравится то, что он тушуется этот оттенок такую холодную коричнево-сероватую дымку. Может быть, для кого-то будет слишком таким холодным, но такого мне давно не было, и я вообще как-то рада. Вообще хочу сказать, что я не делала такой полноценный макияж глаз месяца два. Для меня сегодня все дико непривычно, я вообще не знаю, что делать, куда бежать. Еще в магазине Мила у нас достаточно большие стенды бренда Lan Pro, и там я нашла вот такой вот каял Eyeliner. Просто оттенок 103 смоки. Смоки мы сегодня с вами не делаем, но давайте я его нанесу на межресничку. Наверное, сделаю это сама, потому что межресничку для меня красить просто проблема, я еще раз плачусь и так далее. Как бы я не хотела сегодня смоки, карандаш все решил за меня. Давайте остановимся, мы сейчас быстро доделаем макияж, у нас будут такие легкие смоки. Я на смоки не была морально готова и до сих пор не готова, но давайте я скажу, что этот карандаш делает. Он и хороший, и плохой. Он очень классный, он действительно такой очень прям кремовый. Смотрите, как он легко рисует. И им очень легко и комфортно делать межресничку, подложку под смоки, потому что он очень легко наносится. Он гелевый, то есть он будет стойкий, он дает время потушевать. Но я же не планировала делать смоки, я планировала его нанести только в межресничку, но он настолько кремовый, он настолько легко передается и тушуется, что он просто быстро перенесся мне на нижнюю, на нижнее веко, мне уже ничего не оставалось, достаточно так обильно перенесся, пока я прокрашивала верхнюю слизистую, что мне как бы пришлось добавить его и подтушевать. Я сказала, у меня сегодня цель не делать темный глаз, поэтому дальше очень легко, мой любимый прием, берем вот эту красивую блестяшку и просто пальцем наносим. Ой, как красиво. Так, я уже этого бренда, это не единственная палетка. У них есть еще такие побольше, и я уже в следующий раз планирую купить еще, потому что, ну вот сейчас, вот до момента сейчас, мне все дико нравится. Красиво выглядит, очень красивый такой металлический оттенок. Палетка такого стандартного, очень бюджетного ценника, да. Слушайте, мне кажется, это очень хорошо. Ну, то есть, я думаю, что если вы, например, там собираетесь на какое-то торжество и вы не планируете идти к визажисту, чтобы делать макияж, вот такие смоки сделать палеткой за 20 рублей, на скидках можно дешевле купить, и карандашом за рублей 10, наверное, он стоил, может быть, немножко больше, но опять же, на скидках там в Миле всегда можно выловить дешевле, ну, как бы, согласитесь, это прекрасно. Я сейчас немножко доработаю и уже вернусь с вами, покажу, какую тушь сегодня мы с вами будем наносить. Несмотря на то, что я морально была не готова к такому макияжу, и мне бы хотелось чего-то более спокойного, но как-то мне даже очень понравилось. Я вообще давно не делала себе макияж класс.
Тушь у нас это La Mer Flash Lash. Это моя вторая тушь. Мне кажется, первая где-то все еще лежит. С Наталиной у нас эти туши все еще есть в продаже. Их как-то даже... Мне казалось, что я покупаю примерно последнюю, но вот буквально на днях заходила в Милу, и там просто их, наверное, штук 20 лежало. Мне эта тушь понравилась. Единственное, почему-то на моих веках, на нижних, вернее, на нижних ресницах, она была не очень стойкая. Но вот так она мне понравилась. Давайте сейчас я быстро прокрашу ресницы, посмотрите, какая разница будет с тушью и без. Ну что, вот так выглядит мой законченный макияж глаз. Мне нравится, и я, несмотря на то, что не планировала делать что-то вот такое выразительное, но мне, правда, очень нравится этот эффект, поэтому палетку я могу, наверное, уже даже рекомендовать. Вот про тушь я хочу сказать пару слов. Я вот все пока красилась, думала, что же мне, вот когда я ее купила первый раз, еще это в 2021 году же она вышла, да, вот она мне как бы, ну, она ок, кроме того, что вот она не держалась на нижних моих почему-то ресницах, я такого больше ничего вспомнить не могу, но дико я в нее не влюбилась. Я поняла, что мне в нее не хватает немножечко кремовости. Она как бы у меня была закрыта, то есть у меня нет ощущения, что она где-то кто-то ее там открыл, и она потом пролежала после открытия некоторое время, потом я ее купила, либо... Ну, в общем, у меня такого нету, и она очень... у нее вот срок годности истекает в 2025 году, например, да, то есть она это вообще, смотрю, даже партия 22 года, то есть она, в принципе, хорошая, но я теперь вспомнила, что первый раз, когда я тестировала, мне хотелось, чтобы она была немножко более кремовая. Но с этим идет другая проблема. Если тушь будет слишком кремовая, она будет обалденно, конечно, на моих ресницах работать, но в то же время она будет очень легко отпечатываться, потому что у меня ресницы длинные, с завитком, и они касаются неподвижного века, и потом такие отпечатки получаются. Так, давайте с вами уже к лицу переходить. Здесь у меня две палетки. Первая — такой вот большой блин от Dimash, а вторая — это любимая старая Marinier. Сейчас Marinier вышли перевыпущенные, насколько я знаю, одна вышла в кремовой форме, вторая в сухой. Напишите, пожалуйста, нужен ли нам обзор Marinier. Эти палетки все еще можно купить, они все еще бюджетные. Здесь у нас 4 продукта в Dimash. Здесь у нас румяна, 2 хайлайтера, один такой посерьезнее, второй, наверное, полегче, и скульптор. Здесь у нас такой более холодный, более темный скульптор, хайлайтер, и я бы сказала хайлайтер, хотя, да, это, мне кажется, это 2 хайлайтера, они либо топер, такой румяный топер. Ну, давайте возьмем отсюда скульптор для интереса. Обе палетки идут без зеркала, вот мне кажется, когда палетка для лица, в ней делать зеркало, это логичнее всего. Ну, наверное, у этой палетки Marinier очень много есть своих поклонников. Особенно, сколько я знаю, именно вот в этом вот скульпторе он очень хорош. Пока он мне напоминает чем-то скульптор, я не так давно тестировала от, я сейчас странную вещь скажу, но от Make Up For Ever, вот этот, который такой в рефиле, что-то у них есть, мне кажется, такое подобное. То есть он так очень легко, красиво наносится, и такой какой-то у него живой оттенок, нету такого слишком... какого-то зеленого пигмента в избытке. И мне понравилось. Я теперь даже задаюсь вопросом, нужно ли мне покупать эту обновленную Marinier, потому что мне кажется, скульптор они оставили то же самое, потому что именно сам скульптор культовый из этой палетки. Мне понравилось, слушайте, да, я бы тоже положила. Но, может, все-таки стоит купить именно кремовую. Я теперь... Напишите мне, пожалуйста, может, кто-то из вас уже пробовал. Румяна берем из палетки Dimash. Интересно, в каком она оттенке? Наверное, здесь один оттенок. Да, здесь 2 хайлайтера Light и Sunny. Давайте возьмем румяна. Румяна есть такие холодного, очень редко популярного, очень такого, я бы сказала, непопулярного оттенка. И я их наношу на такие розовые румяна. Сейчас, ой, какие они, слушайте, они такие, во-первых, они пигментированные, я думаю, вы это видите. И они такого персикового оттенка. Не всегда они мне подходят, особенно под смоки. Я бы не рекомендовала брать такие румяна. И они очень такие крохкие. Они очень... Это очень легкая кисть. Это кисть от Vitex. Она замечательнейшая. Она набирает даже самые такие сложные румяна. Например, сухие, очень сухой формулы. Здесь она просто... В общем, здесь румяна просто теперь повсюду. И остался у нас с вами хайлайтер. Для него я возьму какую-нибудь вот такую кисточку. И возьму хайлайтер тоже из палетки Dimash. Эти палетки я видела и в Миле, и на маркетплейсах. Ой, ну, мне кажется, неплохой, но он будет с подложкой, этот хайлайтер. Я беру тот, который посильнее, естественно, потому что, ну, куда уж такой деликатный, не знаю. Кстати, что вы думаете насчет последнего хайлайтера от Chic?
Я уже, наверное, в каком-то видео рассказывала, что я его сначала заказала, потом я отменила. Сейчас я сижу и думаю, наверное, все-таки его стоит заказать, посмотреть. Он прям очень такой деликатный. Я как-то смотрела какой-то макияж Шик, и там он прям дико деликатный. Не знаю, а стоит как бы немало. Так, я остановлюсь на этом. Да, такая полосочка есть, поэтому. Ну, в принципе, палетка имеет место быть. Мы сегодня пробовали здесь скульптор, но румяна, если особенно искали такой оттенок, смотрите, они такие очень интересно смотрятся. На губах у меня уже почти ничего нету, почти весь этот бальзам съелся, куда-то впитался. Он очень, ну, как я сказала, то есть, если вам нужен бальзам для того, чтобы лечить губы, восстанавливать, это не этот бальзам, не рекомендую. А если вам нужен просто какой-то бюджетный бальзам в сумочку, чтобы просто там в ситуации соски, когда вы чувствуете дискомфорт, как-то увлажнить губы, то да, берите. Осталось снять остатки, но у меня особо никаких остатков нету. И два продукта для губ. У нас один от Stellari, такой вот глосс. А второй очень интересный карандаш от L'Oréal. Показывал в последних покупках с Милой. Он не матовый, а он с блесткой. Смотрите. Очень необычно, если честно. Давайте я контур сделаю, наверное, за кадром. Не знаю, мне кажется, у меня никаких карандашей вообще нету. Это первый такой карандаш в моей коллекции. Все очень непривычно носить карандаш. Очень странно. Очень странно. Оттенок у меня 236 органза. А блеск от Stellari, это очень популярно. У них линейка блеска. У меня в оттенке 18 Sweet November. Я хочу купить каких-то еще оттенков. Мне как-то смотрела на Валберс, я на них наткнулась и решила, что нужно сходить в Милу и купить какие-то таких более странных оттенков, какие-то, может быть, даже коричневых, что это такой стандартный для меня оттенок. Мне нравится, как выглядит блеск. Мне кажется, немножко либо не для этого макияжа оттенок, либо, в принципе, это не совсем мой оттенок. Мне хочется чего-то такого более в коричневинку, что ли, но не слишком светлого, а такой более в розовый, что-то такое. Но тоже он очень приятный. Он очень такой сглаживающий, то есть если у вас есть текстура губ, то есть если у вас какие-то морщинки, вам понравится приятный, классный блеск. Да, могу это сказать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про макияж, что вам понравилось больше всего, какие продукты вам понравились в действии. Я очень довольна макияжем глаз, хотя морально к нему была не готова, и мне, в принципе, не нужен такой макияж глаз, достаточно яркий, но мне очень понравилось, как этот блестящий оттенок подчеркивает мои зеленые глаза. Я вообще в шоке, насколько легко этот макияж выполнить. Давайте быстро пройдемся по продуктам. Я большее свое количество мнений, вернее, большую часть своего мнения я уже высказала, но так финально, да. Карандаш странно, непривычно, и это вот блеск я заматываю, поэтому нет, карандаш не рекомендую. Блеск мне понравился, я пойду еще поищу какие-то интересные более оттенки, поэтому встретимся, так скажем, в следующем обзоре с другими оттенками. Но он приятный, как я уже сказала, красивый, действительно такой сияющий блеск, у него классная такая приятная упаковка. Наверное, если бы не было этой вот треклятой наклейки, я бы даже сказала, что это что-то может быть из люксовой упаковки, потому что выглядит действительно хорошо. Такая, знаете, не пластиковая за 3 копейки упаковка, а действительно такое что-то из премиум люкс сегмента мне понравилось. В принципе, макияж губ не нравится, просто карандаш. Ну, мне кажется, если был бы матовый, может быть, как-то мне лучше пошло все дело. Дальше, палетки. Я бы сказала так, что вот эту Одиваж, это она сильно на любителя. Ну, немногим понравится вот этот оттенок румян. Я смотрю, что тестировала здесь скульптор, но не помню какие-то там вау впечатления, поэтому, скорее всего, нормальный. Хайлайтер, ну, он хороший, но он идет на подложке, поэтому... но она бюджетная, и здесь 12 грамм, и если это вот оттенок румян, который вас интересует, такой вот бледно-персиковый, какой-то полумертвый персик, то да, берите. Вот из-за румян они очень легко наносятся, они вообще не такие, знаете, не какие-то сбитые, не пересохшие румяна. Ну, мне румяна мне здесь понравились, в принципе, я думаю, что я эту палетку буду брать в использование, поэтому если надо, берите. Если просто нужно для коллекции, хочется чего-то интересного, нового, то особо нового, кроме... Ну, нет. Маринер. Я почему-то думала изначально, что здесь румяна, хайлайтер, скульптор. Скульптор мне понравился. Действительно, мне чем-то он напоминает скульптор от Makeup Forever. Но так как здесь два хайлайтера, и хайлайтеры, ну, такие, знаете, стандартные. Один еще какой-то такой персиковинку. Ну, хотя...
Этот слишком какой-то такой бело-серый. Прям слишком. Не знаю. В общем, если я ее купила, смотрите, я ее купила за рублей, по-моему, 12, может быть, даже рублей 10. То есть была какая-то скидка большая. И я понимала, что она мне как бы в принципе не упала, эта палетка. В моей коллекции я ее никогда особо не хотела купить как продукт. Но была хорошая скидка, я купила за рублей 10. Как бы за рублей 10, да, можно брать. То есть 3 доллара. Я бы сказала, да, здесь 6 грамм. Это стоит рублей 12-15, но здесь 12 грамм. То есть... Я не знаю, я бы, скорее всего, да, я бы лучше взяла Диваж на самом деле, потому что здесь можно сделать весь макияж лица, а здесь румян действительно будет не хватать. Но вы уже там смотрите самостоятельно. Дальше, тушь от Наталины Флэш Лэш. Хорошая тушь. Мне бы хотелось, чтобы она была немножко более кремовой, но если вы хотите поддержать Наталину, если вы хотите поддержать бренд Ламель, то в Беларуси эти туши найти возможно. И вообще я вижу, что и на маркетплейсах, и в каких-то магазинах продукты этого бренда есть в продаже. Я с удовольствием купила эту тушь, как видите, во второй раз. Это не феноменальная тушь, но это неплохая тушь, это уж точно. Палетка. Да, да, мне очень понравилась эта палетка. Мне нравится то, что здесь есть очень такой холодный ряд оттенков, которые я вот сейчас вам показываю. Действительно, очень холодные оттенки, и они сегодня все у меня на глазах. Здесь такой вот, возможно, этот белый очень странный, да, он как-то крипово выглядит, кажется, зачем он вообще нужен. Но, в принципе, вот такие более теплые, да, песочные оттенки и такой вот тепленький бордовый. Мне она понравилась. Я, да, я хочу купить еще продукт этого бренда, посмотреть, что у них есть еще. Если не хотите этот бренд... Если хотите что-то известное, то еще дешевле, иногда там за рублей 12-15 на скидках можно взять этот Белор Дизайн. Они близки, но вот этот вот, вот металлик, который у меня сегодня на подвижном веке, он просто меня влюбил. Поэтому мне и это нравится, и это понравилось. Поэтому тут уже, конечно, на ваш выбор, на ваш взгляд. Единственное, что Белор Дизайн свою палетку делает в Турции, а вот эта палетка от бренда Трис. Как я понимаю, это белорусский бренд, она сделана в Китае. Поэтому смотрите, решайте вы. Здесь больше по граммам в Трис, здесь 10,8 грамм на 9 оттенков, здесь 9 грамм, то есть в каждом рефиле по 1 грамму. Но и та, и другая очень классно подойдут в ваш арсенал, в вашу базовую косметичку. Вы сможете сделать легко такой вот макияж глаз. Может быть, единственное, что с Белор Дизайном такой макияж будет немножко потеплее. Для такого макияжа вам нужен будет каял. Если вам нужен каял только для прокрашивания межреснички, верхней, нижней, неважно, но чтобы он не отпечатывался, не трансферился, то это нет. Если вам нужен хороший карандаш, мягкий, как подложка, как да, карандаш для того, чтобы сделать именно смоки, это великолепный карандаш, мягкий, не царапающийся, очень легко наносится, легко тушуется, классно тушуется, что самое главное, то есть без каких-то пробелов. Мне он очень понравился, я его где-то подфиксировала тенями, где-то не фиксировала, он, видите, стойкий. Да, но если вам нужен каял только для межреснички, чтобы он не отпечатывался, еще расскажу, то нет, он отпечатывается, он очень легко переносится, потому что он очень такой жирненький, ну вот... Ну, не знаю, но мне он понравился. У меня очень такие нежные глаза, я аллергичный человек, и я аллергик, наверное, правильно так сказать, и для меня все то, что там где-то будет лишний раз ездить по глазам и не переноситься и царапать, это нет, но это очень комфортный карандаш, поэтому... Если вам нужно в качестве подложки, туда рекомендую. Очень рекомендую карандаш для бровей от L'Oréal. Великолепнейший карандаш. Просто вау, просто супер. Гель для бровей. Ну, я его уже носила. Он, да, в два слоя он вообще прям приклеил мои брови. Я носила в один слой, мне тоже все устроило. Найдете, рекомендую. Эти вот коллекции старые от Венса Бонни. Они, наверное, Венса будет делать большие партии, поэтому их очень долго потом еще можно купить, но и на скидках их можно купить, поэтому если найдете еще на какой-то скидке, здесь 9 мл, очень классный крепящий гель, тоже берите, рекомендую. Румяна. Если вы хотите классного, красивого оттенка румян, и опять же, если они будут на скидке за полную цену, не рекомендую брать все же. И если вы именно наносите румяна на тональное средство, то да, очень хорошие, классные румяна. Но если будете носить на лицо, они куда-то очень быстро исчезают, если, ну, вот если чисто на кожу наносите. Поэтому здесь как бы 50-50.
Если вам именно на тональное средство, то да, вам, я думаю, понравится. Очень-очень рекомендую классный увлажняющий консилер. Если вы ищете матовый консилер, то это точно не для вас. Если вы ищете увлажняющий, подсвечивающий, комфортный такой, действительно, вот первое, что хочу сказать, например, что он увлажняющий, то да, рекомендую, стоит 3 копейки. Пудру, пропустили пудру. Слушайте, пудра хороша. Пудра хороша, она идет с пуховочкой, я вам забыла сказать. Здесь такая вот пуховочка от Stellar, можно брать и вот так вот подфиксировать макияж. Я снимаю сегодня, к счастью, не так долго, и вообще никакого себума у меня здесь, как видите, не проступило. Все очень классно заматировано, и больше, чем даже, наверное, матирование, мне нравится это вот сглаживание текстуры кожи, то, что не залипала нигде пудра. Мне понравилось, пудру могу рекомендовать, но думайте насчет цены уже самостоятельно. Я считаю, что это дороговато. Потому что есть еще такой момент, то, что она может немножко выбеливать. Если вы такой более смуглый человек по оттенку кожи, то я не рекомендую, потому что вы заметите, что она будет немножко выбеливать, но будет выбеливать, поэтому не рекомендую. Если у вас светлая кожа и вам нужна просто хорошая фиксирующая, сглаживающая, рассыпчатая пудра, берите, если вы не против того, что за немаленькую стоимость для бюджетной косметики вы получаете всего лишь 3 грамма. Если вы не против этого, то да, берите. Про Эвелайн пудру я сказала, тут я уже повторяться не буду. Тональные средства, я бы даже сказала, что те, кто любит легкое покрытие, я все же бы сказала, нет, не берите, это дороговато для тонального средства, которое, во-первых, будет окисляться, во-вторых, для тонального средства, которое имеет очень легкое покрытие, которое нужно наслаивать, даже если вам нужно минимальное покрытие, его нужно наслаивать. И я думаю, что если бы я взяла какую-то неудачную пудру, то очень быстро оно у меня какими-то бы плямами начало бы куда-то там исчезать. Поэтому нет, к сожалению, тональное средство я не рекомендую. Нет, я не могу найти в нем ни одного плюса, чтобы сказать, что, ну вот, если вам нужно это, то берите. Ну, то есть, это дорого для того минимального покрытия, даже если вам нужно минимальнейшее покрытие, можно взять, уберите что-нибудь там намного-намного дешевле и как бы не тратить, что это, особенно без скидок, дорого для той ерунды, которая в нем намешана. А, и бальзам последний тоже нет. Даже, наверное, вот сумочку, мне кажется, за эти деньги можно найти что-то поинтереснее. Он слишком простой, слишком ни о чем. Что у него в составе здесь? Петролатум. Нет, масло здесь есть. Масло авокадо я вижу. В принципе, все. Нет, не рекомендую ничего вообще особенного, кроме того, что здесь 12 мл, и он, в принципе, дешевый. Пахнет что-то жвачкой Диролом с 2000-х. Нет. Но в целом мне понравился сегодня, во-первых, мой макияж. Конечно, палетка и карандаш спасли вообще этот макияж, то, что мне он понравился. У меня большей частью именно положительные впечатления. Просто некоторые продукты могли быть с лучшим перформансом. И про тональное средство не сказала, он вот, видите, закатывается в морщины и собирается там. Поэтому... Нет, тональное средство точно нет. Stellar делает хорошие продукты. Сегодня у нас было много от Stellar, и можно найти. В бренде Belle можете всегда найти хорошие продукты. Поэтому да. Как видите, сделать хороший, классный макияж можно и продуктами из ближайшего магазина с косметикой и бытовой химией. Поэтому я надеюсь, что я вам сегодня была полезна, а вы нашли для себя интересные продукты. Не забудьте, пожалуйста, поддержать видео лайком, мой канал подпиской и нажатием колокольчика. Я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро снова с вами встретимся. Жду вас в комментариях. Всех люблю. Всем пока.